Да, ты что такое квадратное? Блин, да ты что квадратное? Та-дам! И, конечно же, да, я сделал самое полезное на свете. Я сделал деревянный топор, которым можно рубить дерево. Дерево. А как ты это сделал? Научи меня, пожалуйста. Вот, давай я тебе сделаю. Смотри, видишь дерево? Нет, давай я сделаю себе. Давай, ты все сама сделаешь. Видишь дерево? Да. Грызи его руками. Лопата есть? Нет у меня. Какие лопаты? Тут только топоры есть. Мы играем в страшную игру, где сплошные смертоубийства. Здесь только топоры. У меня. Вот, смотри, ты пропустила, ты пропустила сверху дерево. Вот да. Настоящие бобры не оставляют после. Дерево нельзя руками расфигарить. Нет, все возможно в этом мире, тебе сказали. Я нажимаю Е. Да, отлично, ты нажал Е. Теперь бери одну эту деревяшку и тыкни ее, вот у тебя там 4 квадратика свободно. Вот закинь туда одну деревяшку, которую ты добыла, да? Но... Справа в получающихся материалах у тебя получились доски. Вынимай их оттуда. Да. Вынимай и теперь клади по одной доске в каждой вот из этих четырех квадратиков. То есть мы каждый сделаем по верстаку? Да. У меня крафтинг тейбл. Вот давай, видишь, надо третий крафтинг тейбл поставить сверху. Тебе, чтобы что-то это... Вот, молодец, сама догадалась. Правой кнопкой ставить. А. Левый ломать, правый ставить. Пьяу. Ааа! Он опередил меня, боже мой! Ой, он куда-то сюда ударил. Нет. Что делать? Он слишком высоко поставился, так не может быть. Все, это будет местным. Ты его разрушил. Да, я плохой. Я сказал, что я хороший. Я не хороший. Так, и что эти нам крафтинг тейбл дают? Ну, как видишь, там все то же самое, только вместо 4 полей целых 9 полей. Оба-на. Чего? Кого-то не стало. Вот смотри, видишь? Посмотри на него, видишь, как он задумался? Его можно пинать. Можно его пинать. Он потерял чувствительность. Покинул нас. А что это у него в руке? Зеркало? Нет, он не красивый. У него орудие возмездия в руке было. Окей, отдай мне мой стол. Ну, возьми этот... Ай, все, я повинуюсь, госпожа, только не бей меня. Вот, возьми вот этот... У тебя должен быть. А как его взять, черт? Стало темно и страшно. Я вижу луч надежды. Вот, нам сейчас срочно надо, я чувствую, закопаться под землю, иначе нас съедят. О, нет, надо взять лопату, черт. Да, давай лопату и копай вниз. Надо, в общем, копать вниз. Могилу курить. Да, вот. Куда-нибудь. Так. Так, а лампочка есть? Сейчас будем сделаем лампочки. Там нам главное закопаться. Чувствую, это игра про шахтера. Ну. Так и называют. Так, там вот мы поставим кубик земли. Отойди, пожалуйста, спасибо. Так. Ничего не вижу. Вижу только твою попу. Все, вот. В общем, вот. Сейчас, погоди, я... Та-та-та, заходи обратно, а то тебя съедят там. Заходи обратно. Сейчас все будет окей. Ой, ты меня ударил. Ну извини, прости, отойди, пожалуйста, а то я тебя буду бить. Все, ты следующий, я тебя закопаю. Мы уже закопались, все. Все хорошо, видишь? Так, теперь у меня где-то тут кирка была. Сейчас мы будем делать свет. А, откопайтесь. Срочно откопайтесь! Заходи! Ты что, не видишь нас? Я вижу, я снаружи был. Эй, иди отсюда, я камень добываю. Я не понимаю, что случилось? Вот это что за дырка? Вот эту дырку лучше заделать. Ребят, у вас тут что-то темно. Ну я сейчас печку сделаю, и все будет так. А чем заделывать? Земля. У тебя в инвентаре должна быть земля, поищи. Да. Мне пока делать нечего, я буду снежками кидаться. А!
Он это наш надзиратель, он нас заставляет работать быстрее. Так, подожди, как мне землю поставить? Ты должна мышку навести на тот кубик, рядом с которым, к которому прилепится земля, и тыкнуть правой кнопкой. Всё. Окей, босс. Включите свет. Очень нормально, сейчас я будет. Я не вижу свет. Никого и ничего. Мы спасены, у меня есть печка. В этом вся суть игры. Закопаться. В темноте кто-то хрумкает. О! Вижу, я снова вижу. Но это временно. У тебя печка. В кармане была. Да, в кармане ты, искал ее. Знаешь, у таких вот людей в дефолтных костюмах зелененьких, у них в кармане вообще много чего. Слушай, у тебя костюмчик как-то оборвался. Он у тебя. Заправь штаны, в общем, майку. Чем ему не нравится? Сам на себя посмотри, животное. Что, вот у нас животное. Видишь, какое бородатое. Так, отлично, у нас есть немножко угля. Все, я могу ложиться. Кирка у нас есть? Блин. Кирка, да, есть. Вот я могу дать одну кирку. Вот, пожалуйста. Все, работай. Отдам снежки. Пихай их. Теперь я могу наказывать, три раза наказывать. О, давайте посадим цветочек. Пойди, я буду туда копать. Пойдем за углем. А это камень, да? Да, вот это вот камень. О, все, печка закончила свою работу, ребят. Ну, блин. А чем ее топить? Людьми? А, стоп, у меня есть дерево. Где здесь печка? А где печка? Все, нету печки. Поздняк. А, черт, я весь камень поставил куда-то. То есть не камень, а этот... дерево. Оно вообще смотрится неплохо. Уйди. Засунь его в печку, пусть светит. Это что такое? Это дерево стоит? Да, только это... сделай доски, они, по-моему, горят столько же, а их больше будет. Вообще, тащите печку сюда, а то мне темно копать. Я... Шутка. О! Все уже схвачено, в общем... Уголь, иди сюда! А можно же сделать уголь из дерева. Не советую ходить перед человеком с киркой, потому что он может случайно ударить по голове. Ну а что? Ты думаешь, откуда у меня факел? Ты убил человека с киркой? А, кошка. Они могут к нам через окно залезть? Вот через такое, по идее, не могут. Я на это очень надеюсь. А в принципе, я могу сделать все куда цивилизованнее. У меня же есть дерево. Ты хочешь там окошко или дверь сделать? Ну, ты читаешь мысли. Ты просто читаешь мысли. Такая маленькая дверь? Давай побольше. Отойдите. Не надо нам побольше двери. Что это такое? Ладно, сейчас поставлю обратно. А у нас что, здесь будет дом? Ты меня опять ударил. Нет, это был не я, это была земля. Ну, как бы, у меня нету стекла, а чтобы смотреть наружу, можно использовать дверь. В ней маленькие окошки есть. 4 маленьких бесплатных окошка. Не урожай. Смотри, он могилу, если посмотреть, тут такая... Крест нарисован, да, он явно он будет... Он девственниц просто. Да, сейчас будет жертвоприношение, все такое. А как фонарики сделать? Фонарики тебе нужен уголь, давай я тебе дам уголь. Уголь я сделал в печке. Засунул снизу доски, сверху... А, да, я тебе не дам уголь, потому что у меня его нет. У тебя есть доски, да? Да. Так, снизу доски? Снизу доски, сверху дерево. Так, ну, я уголь вроде бы сделал. Так, теперь тебе нужно снизу палки, сверху уголь. Можешь это сделать даже не на верстаке у себя, а в инвентаре. Подожди. Ой. У тебя палки есть, остались? Нет. Ну, тебе надо их сделать. Я забыла, как их делать. А, доски одна над другой. Да, все.
Что-то такое эпичное надо продолжить. Смотри. Ой, я. Ой, нет. Хочешь украсить это факелом? Все, могила готова. Нам нужно решать, как ее дальше копать. Это вход в мавзолей. Наш вход похож на это самое... Господи. Скайрим. Да, мы вообще в снежном биоме как раз. О, нет, тут земля. Слушай, а тут воду можно собрать, принести? Можно. Отлично, я пошла. Но тебе для этого нужно железо, чтобы сделать ведро. Чё, серьезно? Да. Все. Каушен, нас атакуют. Заходи быстрее. А я могу убить его лопатой? Можешь, но это займет много времени. Топором быстрее. Я его уже убил. Ну, в жизни можно убить тарелкой супа. Кстати, это вы да. мне приготовили? Что? Ну вот эту усыпальницу. Хочу заметить, начал готовить ее ты. Я уголь искал. Похоже на усыпальницу, да? Я рожаюсь такой здесь и вот это вот. У нас насущная проблема. Где взять ведро? Внизу. Что, внизу? Ну да. Там будет либо спаунер с ведром, либо железо, из которого можно сделать ведро. Это еще глубже, где ты копаешь. Да здесь какой-то неурожайный кусок, тут что-то вообще нифига нету. Ни угля, ни железа. Ура, у меня есть семечки, мы, может быть, не умрем с голоду. Надо дальше идти. Пойдемте дальше, сделаем. Нет, уйди от меня! Это была наша дверь, нет? О, день! Солнце встает. О, солнце, воздух. Давайте быстренько, где тут мои палки? Я делаю себе меч и бежим дальше. Кому еще меч сделать? А как меч сделать? Мне. Тебе нужна одна палка, и я подыхаю с голоду, господа. Кстати, да, я тоже скоро умру с голоду. Идите сюда, я вас спасу от голода. Ой, я что-то нашла. Rotten flesh? Что-то такое, кора, что ли? Rotten flesh — это гнилое мясо. На, ешь скорее, балбес. Сова, ты где? Здесь. Вернись к двери. Я потерялась. Вот, я здесь, возле двери. Подвинься, толстый. Да, корми меня, мам. Почему-то ты похожа на полурослика. Так. Я? Нашлось? А как кушать? Ой. Не так. Слава богу, у меня в руках не меч был. Не надо это кушать, оно не мытое. У тебя живот заболит и будет понос. Очень что, долго. Серьезно, ты такого? Да, вот нас ешь нормальное мясо, выкинь это и пойдемте. Слышь, вы... какой наг, дай. Да он у тебя в инвентаре, ищи. Выглядит как все, вижусь. Как кусок подошва. Мяса. На вкус такая же. Как подошва. Кушать. Правый кнопку. О, вот, молодец. Да. Все, пойдем. Дверь с собой заберешь? Дверь с собой заберу. Пардон, печка где? Все, давай, иди выбирай направление, куда побежим. Все, мы здесь не останавливаемся, да? Ну здесь что-то как-то грустно. Да. В общем, побежали, а то я скоро опять начну с голода помирать. Либо направо, наверное, либо назад. Подождите, вы где? Наверху. Смотри, направо. Да, вот. Ну, да, все, потупили. Дамы и господа, я предлагаю пойти вам налево. Давай, мы идем за тобой, иди. И пошла направо. Вот это женщина. Ну, налево нельзя. Чувственный красный цветочек. Как кровь. Так, вот смотрите, что это за ущелье. Та-дам!
Мы тебя здесь подождем, наверное. Хотя вон там вода есть. Слушай, можно залутить трупик. Это же вода, да? Да, это вода. Давай, я попробую. Нет, ты не допрыгнешь. Я живой. Ну, ненадолго. А, крипер! А, два крипера! Так, иди в воду, крипер, иди в воду. В воде будет смешнее взрываться, правда, обещаю. Иди сюда, иди сюда. Давай, взрывайся. Нет, дятел, в воде надо взрываться. О, ты... Нет, ты не допрыгнешь. Я живой. Ну, ненадолго, я так смотрю. А, два крипера. Респаун, да? Крипер, иди в воду, в воде будет смешнее взрываться, правда, обещаю. Иди сюда, иди сюда. Давай, взрывайся. Нет, дятел, в воде надо взрываться. О, ты продлил водичку. Да. Так, ладно, я пошел. Куда же? Да? А чё мне?